слушатели нашего канала, подписчики и любимые друзья. Даже? Да, я волнуюсь. Ты волнуешься? Заткнись вообще. Засунь свои волнения куда подальше. Ладно, мы начинаем. Чем? Да, чё у тебя? Так, чем, на чем мы остановились? А то, что... То, что ты сделал броню и мне не дал. А вот, кстати. Да, ботиночки, как-то много. Так, я когда пошел наверх в вулкан, да? Как хочешь. Ой, там ночь, не надо, да, сначала. Вот сам спи. Да. Не, давай спать. Нет. Не буду я спать. Вулкан, это что? О, привет, братик. Ну ха. Давай спать. Нет, не буду. Давай, иди вот сам спи. Давай. Нет, сам спи. Не видишь, я делом, между прочим, занят. А че я чем сделал? Че ты мне сделаешь? Ну, что-нибудь. Хочешь железный нагульник или железный? Ну вот иди его пока добудь мне, пока я тут делом занимаюсь. Ночь. Ну и че? Да, что в ночь? Ладно, давай. Мы остановились на том, как я себе сделал зачарованный железный меч. А, да, и мне нифига не сделал. Я тут, значит, делом занят. Чё ты? Иди ко мне. Погоди. Иди ко мне. Скажем это всем нашим зрителям. Чё ты там нашел? О, прикинь, мой гигантский сорняк вырос. А мы пойдем? Сейчас, подожди. Залазь, Лёха, это чудо природы. Это... Ладно, не буду волноваться. Это алмазы! Не ври. Тем более, какие ты про те алмазы, которые ты давным-давно нашел в вулкане, когда я тебе сказал, не лазь вообще никуда. Ну, это мы как бы без съемок. Вот именно, ты без съемок вообще без меня играешь, урод. Вот так тебе на. Нет. Еще раз будешь без съемок играть, я тебя прибью. Где ты? Вот, давай мне кирку. Кирку давай мне. Ты против, что ты имеешь? Да, у меня нету голода. И? Дай кирку мне, а. Кирку дай. Моя мать. Кирку дай. Моя мать. Дай кирку. Лёха, мне вообще хп нет. Я знаю, так что дай кирку, лучше по-хорошему. А это моя мать. Дай кирку. Я их сам нашел. Ну-ка дай. Дай. Я их сам нашел. Еще, я знаю, еще по тебе один удар, и ты труп. Или я два. Я сам нашел. Ну, я так и знал. Вот кирка. Вот, тебе вообще спасибо. Не же что. Со мной эти потомы. Я их тебе все равно дам. Мне главное скопать их. Тем более, ты вообще без съемок лазишь по этой карте. Я ж тебе ничего не говорю. Не, конечно, я ругаюсь. Но это ради благого дела я ругаюсь. Вот они. А что так мало? Привет. Прикинь, только два алмаза. О, железка. Ты что? Что ты там встал? Еще скажи, что ты завис. Ты то затих, а? Сейчас летсплей, Сашуля. Уснул такой. Иди ударю куда-нибудь. А ты унёшь мои вещи? А, да, насчет вещей ты на.
выделить два твоих алмаза, которые ты хотел, всякая хрень. Все вроде, да? А у тебя там сильно ничего не было. А чёрка моя? Моя кирка. Я ее зачарую и буду говорить, что она моя. И пофиг, нравится тебе это или нет. А, я так сделаю. Какой? А! Помнишь, когда я нашел там ночью? А, ну да. Я тебе еще раз, вот я, если ты еще раз куда-нибудь полезешь, я вот даже сейчас тебя убью я за то, что ты везде лазишь, при этом без съемок. Стой на месте. Ладно, только хватит. Не, как бы ту пещеру нашел сам, когда у нас были съемки. Ты тогда без съемок лазил? Ну, я только алмазы нашел. Ну вот алмазы, я тебе вообще должен 10 раз тебя за это убить. Ну-ка, возьми алмазы. Нет, ничего. Они мне не нужны. Ладно, пошли. Какую ты там пещеру хотел показать мне? У тебя факела? Да. Все мои факела? Да мне не надо. Мне уже стак практически. Да. Все, теперь надо. Иди давай. Росточек есть? Росточка нету, жаль. Погоди, а вдруг сейчас росточек появится? Давай ждать. Ты этого момента будешь ждать? Да, я буду ждать, пока росточек не выпадет. Ты где? Нет, это там. Ты где? Я тебя прибью куда-нибудь. О, да, кстати. Леша научился. Да, кстати, только узнал то, что можно ТП-шиться, оказывается. Тролль, да? О, все. И где твоя пещера? О, пещерка. О, братик, иди проверь, что там. Я уже приду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень мало мобов. Нюф, а там какой-то зомбик. Я крипер завалил. Вали их всех тут. Видишь, это банда. О, мой порох стырил. Мою награду стырил. Вот этого хочу. Завали их всех тут. Отойди, отойди. Блин, лёг там стыдят. Я знаю, смотри, как мало-то. Все, я его завалил. Ой-ой, на меня... На меня эндерман агрится. Отойди, отойди. Все, вот он не полезет. Вот так тебя съел, да? Я-то умный. Съел банан. Помолчи. Прикинь, скелет убил скелета, прикинь. Ой-ой. О, господи. Там мини-зомби. А, мини-зомби. Ой! Слышь, я эндерпёр получил. Чего ты не ой-ой. Кстати, еду взял. Я буду гнилой плотью питаться, как настоящий мужик. Бля, просто как чел. Помоги, у тебя сколько хелов? У меня вообще их практически нет. У меня их тоже практически нет. Но мы их всех завалим. Братик, остались только пауки. Давай их замучим. Все, всех замочили, да? Ой-ой. Нет. Нет, все, короче, убегаем отсюда. Нет, я буду как настоящий мужик сражаться. Да ну нафиг со своим мужеством. У меня 2 хп. А, меня убили. Сражайся там. Сражайся. Ты сражайся. Я видел там мазу. Где моя броня? Так, сейчас, отдам. А, я тебя не вижу. Так, сейчас. Еще тебя отдам. Где мой мечик? Самое главное, меч мой отдай. Кирка. Да, кирка, моя кирка.
Не чья-то, а именно моя кирка. О, да, стрелы это. Я ж умею стрелять, я суперский лучник. Все. Ты их всех перебил, молодец. А я там пью. Кстати, а откуда их столько? Я там скелет еще. Откуда их столько тут? Вообще капец. Как бы тут очень тихо. И чё? Это не значит, что у них столько много должно быть. Так, лифа там. А ты где? Это мой эндерпёл, дай его. Ёлы-палы, ёлы. Братик, спасай меня. Братик, спасай меня, спасай. Спасай, я могу. Ёлы-палы, ёлы-палы. Ты спасаешь меня? Тебя убил зомби? Да. Отлично. Я бегу с песней. Ой, гай. Ты чё не тпшнулся, придурок? Ладно, я к тебе тпшусь. Блин, где эта хрень-то? Кстати, я прикинь, я почему-то дома не заспаунился. А ты где? Да, за тебя. Где-то? Где? Нет, ты где заспаунился? Где ты? А я иду вот еще со своими вещами в бога. Капец, там столько зомбарей. Это... Ты далеко не иди только. Дашь, дашь мне это свой мечик, ладно? Ага. Я что-то не очень. Отойди. О, Сашуля, поможешь мне? Да, кучку. Так, сейчас, отойди, отойди. Тут надо тактика, отвлеки их. А-а-а. Братик, я их отвлек, я бегу. Отлично, я их отвлек. Мои вещи! Там не унёшь. Мне бы самому бы выжить. Ай-яй-яй. Ты не сдох? Я не сдох, да. Красавчик. Ой, я там летяк. Стой! Второй круг! О, спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуваки, не подходите, у меня железный меч. Прикинь, вот. Короче, крипер их там всех... О, уже ночь, отлично. И чё, давай быстрее тпшися. Привет, привет, братик. Ты мне вообще помогаешь, вот этих вот спили хотя бы. У меня вообще мало хп. Типа, у меня много. По мне один дал, я сдох. Ухи. Сюда бы крипера сейчас. Крипер, давай. Есть. Короче, слышишь, я ничего, я там дырку копаю. С помощью крипов? Да. Они чё, они как тентишки. Нам сейчас настоящую тентишку. Да нормально. Ох, там паук, о господи. Ты бы видел, что у меня тут. Я уже знаю, зомби. Это капец, я тебе скажу. Дай мне свой меч, а? Ты все равно драться не умеешь. Ага, не умею. Сзади паук, если чё. Чё-то шесть я стукну. А ничего? Значит, да, ничего. То я тебе в следующий раз мы пойдем на хайпиксель. Дай меч, дай мне меч. На пару секунд дай мне меч. Если ты его прошпекаешь. Я свой уже прошпекал. Так что нам с тобой терять нечего. Кроме моих вещей, да? Да. Вон, он то все собирает. Смотри их там. Смотри их тут сколько. Ты как должен сейчас, как храбрый воин, туда спуститься и забрать мой мечик. Вообще? На. У меня есть план. Эндерпёрлы какие-то, кажется. Да какие эндерпёрлы? Ты что, гонишь? Фуф, я успел. На мои вещи, короче. Вот, все. Это то, что я смог спасти. Главное, мечик мой. Короче, по второму кругу иду. Ты дашь мне
Да какие ботинки, где их тебе тут возьму? Нет, ты что? Чтобы я твои... Плохо! Чё? На, железка вот тут, вот тут есть, и стрелы много. Целых 5. Всё, братик, давай, удачи. Я по второму, по третьему кругу пошёл. Ой, сдох. А чем? Чё, а чем? На тебя эндерман еще. Братик, беги! Беги, братик, беги! А это он на тебя согрелся, я на него. О, ты его убил. Убей его нафиг. Молодец. Ой, я смогу хотя бы этим драться. Возьми костяшку. Она пригодится. Лучше бы мои боты умер. Да сейчас, сейчас. Тут надо рассчитать все. Вообще хоть что-то моего. Они походу все взорвали, я тебе скажу. Они. Чё? Обижаться. Чё? Они взорвали алмазы. О. Я тут алмаз видел. Погоди, они взорвали алмазики? Да. Крипи. Короче, все, пошли домой. Ловишь. Только не сдохни. Ловишь. Все, там ничего нет, это единственное то, что я смог вернуть. А у тебя еще что-то есть? Да, нитки. Две косточки, гнилая плоть и две стрелы. Ты смешан, да? Я тебе серьезно говорю, это все то, что... Вот, смотри, какой чистенький. Господи! Ну все, прошпекали тут со своей пещерой долбанной. Так, главное, ты сейчас поосторожнее иди. Ой-ой, зомби. Сзади энгри зомби. Беги. А, ты не гоняешься! Спа... Я тебя толкнул! Спа... Не знаю, могу толкнуть! Ты как Спайдермен ходишь! Да я знаю! Я охренел сам! Ты как Спайд полетел! Я сам офигел, как... Человек-паук там в небесах! Кстати, ребята, извините за такое качество гнилое у наших видео. Не гнилое, как у него плоти. Вот, тут эндерман, братик, ты рад? Ай, по мне стрелы, братик, ты не бей меня. Ты где вообще? Я вон по низу иду. Ты чё охренелся-то? Это опасное место. Сейчас, стой, 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 сейчас меня убьют, и ты все мои вещи заберешь. Вот, отлично. Короче, когда дойдешь до домика, скажешь. Охренеть, тут домик, прикинь. Это водяное здание. Где? Тут. Я сейчас подохну. Братик! Я помню! Ты где? Я из дома выбрался. Ты в доме? Возле домика? Стой. Это возле домика сейчас я. Ты пошёшь к тебе. Блин. Самому себе ты пошёлся. Да. А такое что, возможно? Нет. Из-за этого команда недоступна пишется. Тут зомби, если что, его убью. Со скалы хотя бы толкну его. Все пошло. Я вообще-то всех кто уже растолкал. Ты есть. Там мои вещи! Не, это вообще жесть карта, я тебе скажу. Знаешь почему? Они вообще, мы на легком играем с тобой, но их не должно столько спавниться. Они говорят, меня скоро убьют. О, Китай. Если что, я тебе сверху буду зомби кидать. Офигеть. Ты бы видел, что у меня тут. А ты видел, что у меня тут? О! Тут. О, мы пошпекали себе. Да нормально. Это не впервой нам. Ты говорил, пошли в Counter-Wars, пошли в Counter-Wars, нет? Да какой нафиг Counter-Wars? У нас там уни, как у бешеной бабы. У тебя 21-й, у меня 60-й. Там наши подписчики все скажут, фу, учителы. У тебя вообще маленький уровень, ты что гонишь? У меня, а у тебя? У меня маленький. Подожди, а какой ты? Пошли, короче, слышь, в дом иди. Меня паук. А какой ты домик нашел? Да там.
У меня Андершот. Все, короче, братик, помоги мне. У тебя ничего нет, у меня хоть что-то есть. У меня хоть рука-то есть. Рука у тебя есть? Да, прикинь. Вау, офигеть. Короче, братик, пока, я в доме. У меня есть меч, если что, я буду драться им. Каменный. Тебе нужен каменный мечик? Я вообще не понимаю, сколько их тут так много-то, а? Лёх, ты вот этот нашёл? Кого? Нет. А чё, уже рассвет, да? Ну, пошли. Офигеть, мы целую ночь дрались. За наши вещи. Иди их спасай, пока рассвет, быстрее побежали туда. Я вообще от скалы нашей бежал. Где ты сдох? Где ты сдох? Давай, пошли. Быстрее пошли, пока меня скелет не снял. У меня там вот тут все вообще круто. Да у тебя там вообще все кишлык, в отличие от меня. Да вообще я тут ведьму вижу. Я какие-то песчаные руины вижу. Ладно, я постараюсь наши вещи найти. Песчаные руины мои. Они мои. Где ты сдох, братик, примерно, помнишь? Примерно посерединке нашего дома снизу. Дома? Точно снизу? Да. Блин, ты бы со мной пошел бы, намного легче было. О, господи! Чё ты? О май гатас! Чё ты? Полтав бандулью. Да я вы... Сундук. Смотри. Смотри. Я куда-то попал. Где это я? Я вообще не знаю где. Тут сундук. И тут лава. Тут лава везде по бокам. Чего? Кстати, это не ловушка. Сэр, надо око сюда. Да я знаю. Я понял, а для чего око? Чтобы попасть в Эндермир. Но. Так и портал Эндермир-то вон он. Ты сам его сейчас нашел. В нем нет ока Эндера. А-а-а. Надо их туда вставить. Я понял. Тебя сколько их? Сколько их там надо? Так, короче, тут получается смысл этого выживания найти, сколько их там, 8? 9, нифига. Око Эндера и вставить их. А стопудово в той пещере где-то 2 ока. Да, там стопудово есть они. У нас с тобой 5. Да. Офигенно, слышь, 4 осталось. В той пещере полюбас 4 есть. И воду, наверное. Кстати, да, в аду мы же в ад с тобой не ходили, я пошел в ад. Иди тоже. Нормально, чё? Я беру мои вещи, я ищу. Ты, кстати, это любишь же осьминожков? Вот они тут плавают. Чё, кстати, нашел вещи? Кстати, прикольный такой вид. Конечно, вулкан, наверное, до дома не делал. Вулкан? Наверное. Не, наверное. На стрелы. Лови. Они все равно нам уже ничем не помогут. Они говорили. Воду стопудово. Так, если что, ты пел, если там как газ, ты я пошел. Так, там есть газ? Нет. О май гадас, я знаю где ты. Стой, жги мою песню. О, песня моя! Моё всё так жестоко ещё прогрузилось, я тебе скажу. Моё тоже подвисает. Да, поскольку молодой я спел песню. О, ёлы-палы! Спаунеры. Нефритов. Бежим. Они ты в курсе, что она вот гнилая плоть. Она мне даже одна не поможет. Тогда бежим отсюда. С нефритами мы точно не справимся. Я ей их забью кулачками и своим огнем. Я там спаунил гастов, то все. Лучше нефриты, чем газ. Нефриты. И там сундук. Жди меня тут.
чё, заспавнился, урод? Меня Аня. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, нет, не бери, не бери его. Не бери его. Мы по-любому сдохнем сейчас. Сейчас, погоди, короче, я это прячься от них. Сейчас блоки вот так сверху поставим. Он-то там подпылился, он готовится. И как ты собираешься выйти? По мне один выстрел и все это. Я знаю, я сейчас сдохну, у меня же будет все жизки. Попытаемся хотя бы это забрать, хрень. Да, то ты, наверное, там еще подготовишь мне еду. На, возьми эту фигню. И мечик возьми, я сейчас сдохну. Давай, я тебя окуту. Нет, ты, пускай они меня лучше убьют. Ой, я вообще сам сдох. Сейчас. Блин, я всегда забываю эту команду, как пишется. Ой, всё. Ты больше ты нельзя. Ты чё мне не сказал за... О, сейчас бежать-то... Ёлы-палы. До портала-то далеко бежать. А, домой сходи, мне вещи принеси. Да, отличная идея. Сходи домой, Лёша, возьми вещи. Не, я на... Сейчас, погоди, я пепси попью. Ой-ой. О, пепси. Пепси и вена. О, ништяк. Хиньон! Конечно, грави-то вообще гениально найти. Заборчики-то ставить. Погоди, что тебе надо? Еду принести? И чем тебе это поможет? ХП сядут и идем. Нет, знаешь, давай мы их обойдем. Мы же эти не такие-то дебилы, да, с тобой? Гастов, я сейчас кирку, короче, принесу. Не фризов не будет. Вот тебе! Фигушки с маслом. Да я не про гастов, идиот, говорю. Если ты собираешься включить гейму, то и... Нет. Да, я заспавню там специально, чтобы ты убежал и выключил сервер. Я тебя прибью, живо включил. Не, я сейчас включаю, кстати. Давай живо включай. Ах ты. Кстати, у меня вопрос. Чего? Какой у тебя вопрос? Идиот. Почему мы же спали на кровати, и почему мы там... Я, кстати, почему-то не спавнюсь, я не понимаю. Да, вот. Из-за чего? Кирка обычную возьму. Хотя нет, каменная. Может, это специально такой остров? Возможно. То что? Может, мы вообще там должны были домик построить? Как дебилы сюда переехали. Ладно, я меч взял и кирку. Не, мама... А, иду. Тебе надо, иду. И гнилую плоть возьму. Ты там снизу лёг сейчас. Ты пофиг. Снизу? Ой-ё. А там где дети пески. Надо было, кстати, это булыжника взять. Да, кстати, чтобы ебаться, кто понимает. Обустроиться надо было. Плохо-то шико. Интересно, можно на это, на лист? На лицензию установить мод. Не знаю, на лицензию. Установили бы это. Я ни раз, кстати, не видел, чтобы на лицу устанавливали моды и потом на вместе играли. Есть хоть какие вещи. Помнишь, что? Типа даже кости можно есть. А, ну. А, людоедство. Да, людоедство мод. Вообще классный. Если факел съешь, с тебя даст это. Вот нестойкость. Не, на... Мощная видеть. А, думал, у меня стойкость. Ой, меня бесит. У меня вот тут вообще жестоко так подлагивает. Лёх, там окна нет. Да я знаю, я видел. Что, скажи, их там... А нет, там два. Чё, искнёшь? Я чё, пить? Отлично тут! Чё? Офигеть, тебе попить! Конечно, заводчики все продумали. Не говори. Ну, мы вообще честные там блоки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой. Че? Да? Ты меня сейчас спалишь. А? Вроде там агрится.
когда они в огне, значит, они агрятся и готовятся стрелять. Ха-ха. Что мне делать? Бежать с криками. Сосуля, помоги! Не, ну конечно, был бы. Это было бы намного непрактичное. О, ты тут спрятался. Ты мне и тут отдашь? Найду. Спасибо. У тебя есть что-то получше этой еды? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, твой огонь. Тихо, отойди. Нет, ну они ж не могли все так продумать. Капец. Да это на хрень похоже, да. Да не говорите. Что делать будем? Господин Сашуль, у тебя есть идеи? Так покопать много этого. Бедрок, да. Начать. Адского камня и начать строить мостик так, чтобы они нас в нем. Вау, офигенная идея. Знаешь, только мне в чём не нравится. Всё. А именно, что это всё? Ладно, пофиг. Попытаемся, как я хотел сделать. Покопать? Ну, под низом же их меньше, наверное. Там нефрит бегает. Нет, там их больше стало. 100 штук. Что бы сделать, что бы сделать? Ты посмотри, сколько их там. Сейчас посмотрю. О, ребята! Что, мало, да? Я скажу одну идею. Какую? Она будет слишком... Какую? А если я попробую пробежаться? Они смогут это попасть по мне? Где, кстати, эта гнилая плоть? Дай гнилую плоть. Я еще съел. Отлично. Нет, я тебе скажу, это реально через них пробежаться. Смотри, как надо. Ты, главное, смотри. Смотрел. Короче, подыхай тоже. Сложить. Да. Пускай там будут. О, ночь! Кстати, где-то. Где? Дома? Вот мне бы дома бы появляться бы каждый раз бы. Было бы неплохо. Ну смотри, у нас хоть что-то тут есть. Давай ложиться спать. Я, кстати, потом пойду себя жить. Так, ну мы знаем то, что там есть это. Чё? Полное. Кстати, удай мне. А зачем? Чего? Полный капец. Ну там есть только эндо. Из моего юнта нам останется только три найти. Ну да. Нет, там больше сундуков. А, да, там же еще один. Там, да, там еще один есть. Еще там. Там, наверное, где-то... Капец, я все свои факела прошпыкал. Там, наверное, где-то три окорендо, и потом еще в той пещере один окорендо. Нам как бы еще надо подготовиться, что такое. Ну, разумеется, ты че. Кстати, я вот тут вот сейчас в лавке покопаюсь. Вообще там назад. Ну, давай, начинай копаться возле лавки. Ну, не прям, конечно. Ты прям в лаве сразу, да и все. Ты бы вообще дома бы сидел бы, чем делал. А чё, чайку покупать? Да, сидел бы, мне бы чайку бы готовил. Офигенно, сейчас, наверное, никому ничего не видно, ну ладно. Ну, кстати, кстати, видишь то, что я делаю? Шахту. Да, это моя тема, придумал так. В принципе, так все делают. Нет, так только я делаю. Кстати, ты знаешь,
такое? Время приключений. Каких приключений? А, почему прощаться, погоди? А, да, мужик. А, ну да, в принципе, так-то нормально мы засняли. Ну ладно, сейчас погоди, я вот тут докопаю и... Какая года сейчас? Да я тебя могу тупошнуть к себе. Сейчас, секунду. Сейчас я вспомню там команду как. Так, ко мне. Все, молодец. Давай с такой замечательной шахте. Не забудь вот так, кстати, поставить, смотри. Ой. Ой-ой. Да, мне неудобно так ходить. Ну ладно. Ребята, если вы здесь впервые, да? Можете подписаться на наш канал. Кстати, когда я прыгаю, так прикольно получается. Да. Ну. Ладно, если вы тут впервые, можете подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. И всем, ребята, всем удачи и всем пока-пока. Ах ты. Где? Не, спасите меня, спасите. Ты уродица. Ой, вы. Ну давай прощайся уже, придурок. Да, всем пока.